Играть дома, играть на траве. Это главные радости словенской сборной перед ответным стыковым матчем чемпионата мира 2010-го. Еще они очень радуются тому, что все-таки умудрились забить один мяч в Москве, благодаря чему в Мариборе могут сыграть всего лишь 1-0, чтобы пройти дальше. Гус Хиддинг заявил на пресс-конференции, что команда наша будет атаковать. Голкипер Савер Ганданович заявил журналистам, что это будет самая сложная игра из всех, что были до этого. Впрочем, ни для кого не секрет, что удержать свои ворота в неприкосновенности словенскому вратарю будет чрезвычайно сложно. Атакующая сборная России не забила лишь в одном квалификационном матче, а в последних выездных играх хоть один гол, но забивала всегда. Кстати, прошла информация, что любой болельщик, который во время сегодняшнего матча принесет на стадион «Фаер», будет лишен шенгенской визы на ближайшие 5 лет.